Всем привет, я Сергей из Флориды, и сегодня я понял наконец-то, почему люди жрут стероиды. Я очень долго думал, почему же люди жрут стероиды, несмотря на то, что бодибилдеры мрут как мухи. И вот два друга есть. Кирилл Сарычев и Константинов, то вот Константинов умер, Сарычев думает, не перестанет стероиды есть. Нет, он будет продолжать чемпионить. Так вот, в чем же причина? Я вам расскажу, в чем причина. Когда 5-летний мальчик пытается пальчик в розетку засунуть, и ему мама говорит, не надо этого делать, тебе будет больно, ребенку в голове он не может понять, что ему будет больно, понимаете? То есть 5-летнего ребенка нету такого опыта, что ли, когда он что-то там сделал, ему стало больно. И в 10 лет, наверное, тоже. То есть понятие смерти человеку, у человека не укладывается в голове. То есть даже вот его какой-то стероидный качок, и вот его друг умер от стероидов, и все равно этот парень, который продолжает качаться, продолжает принимать стероиды, у него в голове не укладывается, что это может произойти с ним. И вы знаете, я бы очень хотел сказать, что они все дураки, а я умный, к сожалению, я такой же дурак, как и они, и объясняю почему. Дело в том, что я начал заниматься здоровьем очень серьезно только после того, как у меня начались проблемы со здоровьем. То есть до того, как я обнаружил у себя повышенное давление, там чуть-чуть, и после этого я начал, до меня не доходило, что нужно там правильно питаться, там какие-то правила соблюдать и так далее. Но вот, наверное, и все. И даже когда у человека какие-то проблемы начинаются, там, вот у Линдовера там проблемы с сердцем уже начинаются, уже казалось бы, ну пора поумнеть, ну прекрати ты это дело, жизнь-то дороже каких-то там денег и каких-то пряников. Нет, вот он не может прекратить, потому что опять-таки по той причине, что вот ему кажется, что вот тот, вот они умерли от сердечных проблем, а вот он не умрет. Понимаете? И если вдруг случится, что там, и если представить себе, что какой-то там стероидный качок лежит на кровати и умирает в возрасте, допустим, 40 лет или 45 лет или 50, и к нему кто-то там подойдет, там Господь Бог, и скажет, ну что, дорогой, а ты хочешь вернуться назад в тот момент, когда ты начал стероиды жрать там, или колоть? Ты хочешь вернуться и делай это изменить? Конечно, он вернется назад в 25-летний возраст, когда он приступил к этому делу, и он не будет больше, но пока он не попадет на вот эту вот кровать смерти в больнице, до человека не дойдет. Все. И никогда народ не перестанет жрать стероиды. Сколько качков не умрет. Бесполезно. Пока. На этом все. Пока, удачи. Здоровье самое главное.